Дорогие друзья, что могло случиться на Солнце? Никто не знает, но экстренный выпуск. Все орут, все кричат, что могло быть. А на Солнце была яркая вспышка. Всему была вина только одна. И это, дорогие друзья, все виновата НЛО. То есть, все случилось не так и быстро. НЛО, скорее всего, пыталась заправиться. И была такая огромная вспышка, которая считается, что... буря солнца. Но что могло изменить все это, никто не знает. Но говорят, что НАСА увидела необычный НЛО. Такого происхождения они видят первый раз. Что это вообще могло быть, дорогие друзья? Вы посмотрите на этот масштаб солнца и НЛО. Ну не скажу, что солнце прям такое маленькое, оно огромное. А этот НЛО просто громадный. И вы посмотрите, что он там забыл. Это фото было сделано через один телескоп. Я не знаю какой. Но, дорогие друзья, это просто экстренный выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь, дорогие друзья. И ждите от меня следующего выпуска.